Сейчас настало время для первой тройки. Ну, говори, говори, Помидор. Третье место поэтической эстафеты «Вечерние стихи» сезон 2012 года. Игорь Царев. 12% голосов и 48 баллов жюри, того 60 баллов. Редактор сетевого вещания «Вечерней Москвы» Анна Лапшина из своих прекрасных рук вручает незабываемые символы победы, таланта и, конечно, будущего успеха. Помидоров, а ты сейчас понимаешь, что мы вот сейчас можем интриговать, тянуть, сейчас, да, вот это смаковать эти секунды. Сейчас самая главная интрига, насколько я понимаю, да? Кто да, же да. из наших двух поэтесс? Кто? Или поэт? Юля, садитесь. Тоже, тоже. Две поэтессы, дорогие друзья, да. На этой планете. Я тоже не знаю, кто сейчас. Знаем только никто мы. Никто не знает. Объявляйте, Помидоров, как только вы это умеете. Итак, за выдающийся вклад в поэтическую эстафету «Вечерние стихи» сезон 2012 года второе место имеет счастье достаться Ольге Аникиной. 9% голосов народного голосования, 56 баллов. Жюри, итого 65 баллов. Оля, вы украшение нашего. Ольга, поэт года 2012. И сейчас, дорогие друзья, конечно же, вы теряетесь в догадках. Главная интрига сегодняшнего вечера. Кому достанется первое место? Ваши мысли мечутся, но не находят себе ответа. Он есть у меня. Юлия Соломонова, первое место, победитель поэтической эстафеты «Вечерние стихи» сезона 2012 года. 55% голосов народного голосования, отдай диплом, 32 балла жюри, вот она, демократия.